Регин, когда домой, завелся эмо-бой. Котенок, я тебя продам! А можно не надо? Прошу, если у кого-то есть лягушка, сфоткайте ее вот так. Омагат, омагат, омагат. Я думал, что какие-то насекомые объедают мою папайю. Ага, насекомые, значит, да? Парней цундеры не существует. А? А вот это? О, египетская сила. Я хочу быть похожим на тебя, бро. Да без проблем, братишка. Продолжай бежать, у тебя отлично получается. Спасибо, бро, ты лучший. Для тебя все что угодно, братишка. Но как? Все собаки достойны, уличный кот. Я подерусь с бандой енотов, чтобы защитить свою честь. Домашний кот. Я попил молока, и меня вырвало тебе на кровать. Убирай. Подготовка к главному бою года. Оливье против Крабовый. Но все мы знаем, кто победит. Стоматолог шутит. Пациент. Ассистент, который услышал эту шутку уже миллион раз. Когда ты не можешь уснуть в 3 часа ночи и читаешь статью о том, как быстро заснуть. Мне нужен сон и ответы. Он, наверное, пишет другим девушкам. Мой овощ улыбался перед своей смертью. Эпично. Феликс, не получать достаточно питательных веществ, потому что люди кормят тебя хлебом. Сделать мем, чтобы люди начали кормить уток кукурузой, салатом, семенами или овсянкой. Какая счастливая уточка. Я пытаюсь вбить лекции за весь семестр себе в голову за 34 минуты до экзамена. И как? Получается? Ха-ха, посмотрите на котика в белом полотенце. Мурито. Я считаю, это искусство. Я так тебя люблю, что научился делать динозавриков из оригами, чтобы ты улыбнулась. Оу. Цыпа клюет на мою внешность. И что? Я магнит для кисок. Робот, который разносит закуски в Китае, расстроился, потому что я ничего не взял. Прости меня, малыш. Кожаный мешок, ты поплатишься за это своей жизнью. 6-летний я, добавив в мамин список покупок пункт игрушки, думая, что она не заметит подвоха. Смеется по-саводейски. Чтобы увидеть ее. Коплю деньги, чтобы слетать в Шотландию и найти лохнесское чудовище. Я сначала думал, что это что-то романтичное, но оказалось лучше. Переходный возраст такой. Рост мамы, мой рост в 11 лет. Рост мамы, мой рост в 15 плюс лет. Ставь лайк, если тоже высокий, 172. Каждое утро он зачем-то приносит мне листочек. Это плата за еду, ведь он благодарный котик. Так, я принес вам листик, у вас точно не финансовая пирамида. Потому что котиков обманывать — последнее дело. Медиа. Интернет полон ненависти. Интернет. Как купать ваш камешек? Полезная инструкция для молодых матерей. Илюха. Поменяй одну букву. На ше. Илюша. Ну да. А что, есть другие варианты? Интроверты, когда они произносят шутку, и большая группа людей смеется. Местная картошка сегодня счастлива. Маленький лягуш. 21. Лягуш на лягушьей работе. Лягушья школа. Все как у людей. Я только что узнал, что подсолнухи тянутся к солнцу. Но когда они не могут его найти, то они поворачиваются головками друг к другу. Не знаю почему, но это заставило меня улыбнуться. Подсолнух. Бро, где солнце? Ты мое солнце. Бро, это немного по-гейски. Мы семья. О боже. Второе фото сделал ты, а первое сделала собака? Слушай, не лезь не в свое дело, а зарабатываю как могу. Мы знаем, что ты мечтаешь когда-нибудь увидеть дерево. С днем рождения! Мир, если бы все работали как Москва, метро, Люблино. А ведь это Сибирь.